Друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, на календарі у нас 30 вересня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Давайте нашу розмову розпочнемо із подій, які відбуваються на території Курської області. От, зокрема, російські пабліки повідомляють з вихідних, пишуть про нову хвилю атак Російської Федерації. Кажуть, що наступи йдуть за трьома напрямками: на південь від Глушкова з наміром відкинути ЗСУ за межі кордону, село Плехове на південь від Суджі. А також сьогодні російські пабліки повідомляють, що ЗСУ витіснено з Ольгівки під Кореново. Україна цих втрат не підтверджує. На карті Діпстейт також ми змін не бачимо. При цьому українські військові якби говорять про те, що дійсно росіяни атакують. То, зокрема, військовий Кирило Сазонов, він сказав, що проти нас грає погане знання місцевості, противника дуже добре поставлена аеророзвідка. Якщо говорити про серйозну можливість видавити нас із Курської області, це жовтень та листопад. Для цього росіяни стягують резерви. Нині, за оцінками противника, там 40 тисяч, але Сазонов каже, що вони вважають, що вже близько 55 тисяч росіян. Романе Григоровичу, чи перелічені фактори дійсно можуть вплинути на розвиток ситуації на території Курської області, мається на увазі щодо витіснення Збройних сил України, як ви вважаєте? І от, зокрема, якщо ми говоримо про такі ось дати, так, жовтень-листопад. Ну, они однозначно будут пытаться восстановить по этому направлению линию границ. Ну, тут вряд ли мы добьемся того, чтобы в свое время отношение по волостям было. То есть Кемская волость да забирать. Ну, такого не будет, конечно. То есть они однозначно будут собирать силы, средства, чтобы восстановить статус-кво по этому направлению. Ну, так это наша задача-то и стояла, мы сколько раз говорили. Первая задача была разгромить российскую группировку, которая все пыталась, да не смогла двинуться в сторону Сум. А вторая задача как раз заставить россиян собрать на этом направлении десятки тысяч войск, резервов, те, которые не должны пойти на Покровское направление. Представьте, если эти 50 тысяч, ну мы уже говорили, если эти 50 тысяч россиян сейчас бы были в районе Покровска, так уже под Павлоградом могли бы быть, не то, что там только под Покровском. Потому действия были правильные, а сейчас продолжается эта операция. Связывание, сковывающая операция. Сковывающая операция, основная задача, это же не завоевание каких-то территорий или удерживание даже по некоторым позициям. Это как раз связать военных по тем позициям, на которых удобно. Где-то удобно наступать, наступаем, где-то удобно отойти, отходим. Это ж не наша земля. То есть нам не надо ее оборонять. У нас задача сковать противника, уничтожить их максимально. Вот эта задача как раз и выполняется. Сейчас там, да, около 50 тысяч россиян там уже есть. А реально там надо довести ситуацию до такого состояния, чтобы там было 1100. Вот сотку россиян туда вытащить на это направление, сковать боями, и это будет большая помощь нашему провалившемуся фронту на востоке. Сейчас уже понятно, что он просто провалился. Если бы еще этой операции не было по Курску, так там бы вообще была каша по Донецкому направлению. Потому действия россиян в принципе понятны, действия наши тоже логичны. Идет сейчас по некоторым позициям бодание, я бы так сказал, и в районе Глушкова или Глушкова, и в районе той же Снягости на Любимовку, и в районе Орловки, это под Коренево, есть там такие же самые движения, противостояния. И Плехово, но там уже не россияне наступают, там мы наступаем, то есть там у нас, в принципе, есть некоторый потенциал, потому что недалеко от Суджи нам удобно просто там двигаться. Там, где удобно, там двигаемся мы. Там, где нам неудобно, отходим. Правильные действия. Россияне однозначно давят. То есть, что они же не бросили, это же говорю, не Кемская область. Это вот когда финны начнут восстанавливать свою территориальную целостность, вот тогда Кемская область перейдет, вернее, отойдет от России и уже вернутся обратно финны к своим изначальным стартовым границам. Но это через определенное время, скорее всего, после того, как Россия уже будет разваливаться. Але щоб витіснити Збройні сили України, от жовтень-листопад, тобто такі терміни, про які говорить, от, зокрема, Кирило Сазонов, ну, тобто це нереально. Ну, знову ж таки, ми також з вами проговорювали неодноразово це в ефірі, але ж багато факторів, так, які впливають, і щоденно, якби, відбувається розвиток подій.
Да нет, это реально и завтра вытеснить. Вопрос же, сколько туда силы развернут. Если они сейчас полумиллионную российскую армию выведут с оккупированной территории Украины, перебросят на Курское направление, они нас завтра оттуда вытеснят. Ну, так это же как раз у нас и задача такая стоит, связать их максимально. Все будет зависеть от того, сколько войск они туда перебросят. Ну, то есть время. Время и количество войск. 100 тысяч перебросят, да, смогут вытеснить однозначно. Если мы ничего туда не перебросим, ну тут же это штанец вдвоем, танго. Противостояние это вот такой танго, танец вдвоем, одно действие противника, от действия противника зависит действие второго противника. Ну то есть и в зависимости от надобностей и возможностей это действие предпринимается или нет. Если россияне туда начнут перебрасывать достаточно большое количество войск на это направление, а у нас будет на этот момент, допустим, уже дальние средства поражения, которыми мы можем, допустим, тех же россиян размотать даже при этой переброске, так за эти два месяца мы дальше двинемся. У нас будет возможность двигаться до Курска. Левый берег Тейма – это оптимальный вариант, как прикрывать сумское направление. Потому, опять, а это зависит от чего? От того, как быстро нам наши партнеры передадут дополнительное вооружение. Вот и все. То есть здесь много таких изначальных факторов, которые на данный момент пока еще сложно спрогнозировать. Но у нас выполнение боевых действий на Курском направлении для нас беспроигрышная ситуация. То есть россияне, если туда не перебросят ничего, мы начнем двигаться и займем лучшие позиции. Если перебросят, так это они перебросить могут только с Восточного фронта. Это значит выполнение основной задачи. 78 дронів та ракет запустили росіяни цієї ночі по Україні. Київ відбив атаку. Вибух було чутно у Кривому Розі. На Миколаївщині закривали рух потягів. Збито 67 із 76 шахедів та одну з трьох ракет. Які особливості цієї атаки помітили ви? Ну, продовжують росіяни. Задача засушити нашу ПВО. От уже така явна задача перед така задача засушки стоїть перед якоюсь серйозною атакою вже ракет. Потому не исключает и возможности, то есть это понятно, у россиян уже готовность есть, она у них была уже практически перед поездкой нашей делегации в Соединенные Штаты. Ждали как раз удара, пока наши будут там, но нечего было россиянам отсекать, то есть положительной информации такой серьезной мы, конечно, не услышали, особенно по Трампу отрицательная пошла, и россияне, скорее всего, перенесли этот удар туда ближе к путинскому дню рождения, скорее. Но готовность у них есть, в любой момент они это могут нанести. А вот атака шахедами – это как раз следующее. Это план засушивания наших ПВО. Они вытаскивают ракеты, то есть вытаскивают ракеты из зенитно-ракетных комплексов наших. Здесь уже и так это понятно. Надо пытаться уничтожать большую часть российских шахедов средствами поражения, не связанными с ракетами. То есть зенитками, ну, пушечным вооружением, пулеметным, самолетами теми же. То есть этот вопрос надо решать, причем уже надо думать все-таки о самолетах, легких самолетах. То есть выполнять боевые задачи с помощью истребителей, гоняться за шахедами, истребителями, это за воробьями. Микроскопом с гвозди забивать, выполнять задачи по уничтожению шахедов, любых беспилотников, оптимально это легкомоторными самолетами. Мы уже как-то с вами проговаривали по поводу эмбраеров, ну, такого плана, по крайней мере, как бразильские супертукана с пулеметной начинкой, вот это оптимал. За один вылет летчик может до десятка беспилотников отминусовать, а вылет стоит, ну, $500, то есть вот соотношение тут, тот же 500 тысяч, полмиллиона стоит 10 шахедов, и за $500 их можно минуснуть, если перевести наш некоторый авиационный парк как раз на легкомоторные самолеты. Но я думаю, сейчас летный состав, командующий главком, вернее, исполняющий обязанности главнокомандующего воздушными силами, это решение тоже будет принимать. Говоримо про ще одну проблему для нас – це російські каби. От військовий аналітик Олександр Коваленко, ваш
колега, він говорить про те, що каби можуть отримати дальність у понад 150 кілометрів. Росія розпочала наразі тероризувати Запоріжжя, і зараз ці каби мають дальність у 80 кілометрів. І він не виключає, що до кінця 2024 року Росія може покращити характеристики до 100 кілометрів. Але якщо росіяни якимось чином зможуть встановити на авіаційну бомбу ще й реактивний прискорювач, то тоді ось ця бомба отримає так дальність до 150 кілометрів. І тоді він каже, що у небезпеці, зокрема, ще три міста – це Полтава, Дніпро та навіть Одеса. Чи дійсно, як ви вважаєте, погодитись із таким висновком? І чи можна тоді говорити про те, що тоді капами можуть закидувати росіяни і ось ці ще міста? Ну, теоретично можна авіаційну бомбу і в космос відправити, якщо насадити її на реактивний ускоритель. То есть ничего нет невозможного, если это в рамках доступного, тем более в теории. Простая свободно падающая авиационная бомба, допустим, 500-ка, которую десятки лет сбрасывала авиация на противника, если не сотню лет, там, ну пусть не 500-ку, раньше были маленькие бомбочки, сбрасывали 100 лет назад с этих кукурузников. Сейчас это уже авиационные бомбы. Вот к этой бомбе, если приделать крылышки, то она не под самолет падает, она еще может планировать. Она становится планирующей. Если дать ей возможность управляться системами связи со спутниками, она будет уже точной планирующей авиационной бомбой, которая будет несколько десятков километров еще планировать на крылышках и попадать в ту точку, куда ее направили. Если добавить ей реактивный ускоритель, это два механизма есть. Есть твердотопливные реактивные ускорители, либо турбореактивные двигатели. Так вот, если твердотоп добавить, то это добавит несколько десятков километров дальности этой авиационной бомбы. Если ей на эту авиационную бомбу уже с крылышками приделать, допустим, турбореактивный двигатель, так она может ее, этот двигатель может ее дотолкать и до 500 километров дальности. Но это уже практически крылатая ракета, можно так говорить. То есть это уже общая компоновка крылатой ракеты. Вот нам будут передавать GSU, если будут такими же турбореактивными двигателями, так она будет 500 километров лететь. То есть свободно падающие авиабомбы Mark 82, пределов крылышки, это вот весь путь, тот, который проделан, допустим, GSO. Со свободно падающей Mark-82 приделали крылышки, получили GSO с дальностью там 100-120 километров. Приделали двигатель, и она до 500 километров долетит. Россияне могут сделать то же самое. Вопрос противодействия такого рода механизмов. Уничтожение на складах, уничтожение носителей. Все, вариантов других же нет. Потому складами сейчас занимаются наша разведка. Мы же видим, как это происходит. Довольно-таки успешно. Два склада таких серьезных, 107 и 23, отминусовали. Я думаю, до 2-го, то есть до 10-го доберутся оставшихся. Ну а уничтожать российские Су-34 можно только ПВО. ПВО F-16 в связке с Патриотом и летающими локаторами. Вот как только эта связка появится, тогда неважно будет сама дальность таковой полета ракеты. Тогда это все будет выполняться уже по носителю как таковому, то есть по Су-34. Про знищення складів говоримо далі. У Генштабі підтвердили ураження арсеналу зброї з іранськими ракетами у Волгоградській області Російської Федерації. Однак Радіо Свобода пише про те, що Україна під час цієї нічної атаки не змогла вразити склад боєприпасів. І якби вони аналізують супутникові знімки. Пишуть, що там була після удару пожежа, але на території складу боєприпасів вогонь не поширився. Тим не менше, Романе Григоровичу, ми можемо робити висновок про те, що Україна все одно наразі взяла курс якраз на знищення арсеналу? Ну, однозначно, это уже третий такой серьезный был арсенал, по которому выполнялась боевая задача. Пусть она не в полном объеме выполнена, но тем не менее нанесен определенный ущерб. И, скорее всего, тот поезд с иранскими боеприпасами также был поврежден, то есть с иранскими ракетами. Это вероятность однозначно есть. Рядом были удары беспилотниками. В принципе, повторить это же никто нам не запрещает. То есть это не просто курс, это как раз механизм, как не дать возможности теми же кабами, вот, которых мы с вами сейчас говорили, как не дать возможности кабам лететь по Запорожью. Да вот там их уничтожать.
Для этого просто недостаточно беспилотников, это надо понимать. Беспилотники – хорошая вещь, но они намного хуже, допустим, по эффективности, чем ракеты. Для нас важно, конечно, получение разрешения, во-первых, получение ракет от наших партнеров и разрешение работы. Я думаю, мы это разрешение как минимум на Storm Shadow, на Scalp получим. И вот как только начнут взлетать на воздух вот такие склады, причем в больших количествах, там 3-4 склада, чуть ли не одновременно, вот тогда можно сказать, что зашли ракеты. Потому что беспилотниками, конечно, склад поразить очень сложно. Тем более ПВО возле каждого склада – это даже не аэродром. Склад же охраняется системой противовоздушной обороны, ну, уровня примерно каждый склад, вот так, каждый стратегический склад примерно как и Керченский мост. То есть скрыть ее довольно-таки сложно, эту систему. Ну, скрыть возможно, но сложно, особенно беспилотниками. Возможно, ракеты. Посмотрим, я думаю, в ближайшие несколько недель вопрос этот будет решен. Якщо ми вже говоримо про розвідку, то не можу вас не запитати щодо інформації, щодо можливого звільнення керівника ГУРу Кирила Буданова. Знову звучить у засобах масової інформації так, ось такі дані, мовляв про те, що може навіть відправитися послом. І вони, от, зокрема, НВ передає про те, що їхні джерела говорять про те, що... Ну, якби є ця інформація так про те, що стоїть на порядку денному питання звільнення, однак послом Буданов нікуди не поїде, і повідомляється про те, що замість Буданова так планують призначити нинішнього керівника служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Проте при цьому, за інформацією американського політолога Джейсона Смарта, під час візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки йому чітко вказали, що американці проти усунення Буданова від справ, і бо це буде все мати негативні наслідки для співпраці між розвідувальними спільнотами США та України. Романе Григоровичу, скажіть, будь ласка, ну тобто, а чи є реальні підстави, от як ви вважаєте, для звільнення керівника ГУРу, як ви вважаєте, якщо навіть так станеться, тобто, чим тоді все це, ну, якби мотивується, і скажіть, будь ласка, ну тобто, чи можна говорити про те, що вже не в перший раз в інформаційному просторі підіймається це питання, що таким чином, ну, якби тестується реакція суспільства на все це? Ну, дыма без огня не бывает, это ж понятно. То есть раз этот вопрос поднят, и причем он уже начинает проговариваться и серьезными изданиями, и тем более подтверждаться некоторыми серьезными политиками, значит, этот муссируется, по крайней мере, такое видение развития событий. Оно однозначно будет негативным, если Буданов, допустим, не пойдет на повышение в Министерство обороны. Вот Умерова можно отдавать под контрразведку, пусть разбираются с ним, что там было в 22-м году следователи, а на место министра обороны поставить Буданов. Сейчас Буданов, он подчиняется министру обороны. Ну, то есть главное управление разведки, оно же в составе Министерства обороны, ГУРМО, так называемое. То есть если куда-то его и двигать, так его двигать только на повышение в Министерство обороны. Но это вряд ли может случиться, потому что, скорее всего, одна из основных причин вообще идеи там сместить Буданова или такого уровня фигуры военной, она связана все-таки с личной ревностью. Именно из-за нее был смещен тот же Залужный вместе с генералами, а вот и на Буданова в том числе, это личный рейтинг, так называемый. Уже начали потихоньку подготавливаться к выборам на следующий год. Вот запустил реестр сейчас Центральная избирательная комиссия, вроде как в тестовом режиме, что опять же с дымом без огня не бывает. И, скорее всего, запущена такая коса выкашивания всех военных, у которых может быть рейтинг. И любой военный с таким рейтингом, если, допустим, двинется на выборную кампанию, он однозначно победит любого этого недовоенного, который сейчас политики гражданские руководят, пытаются руководить процессом. То есть это вот такая, скорее всего, личная, ну, не ненависть, по крайней мере, но ревность, так это точно. Вот выкашивают. Это в основном работа ведется канцелярскими крысами. Они же прекрасно понимают, что если военные придут к власти в следующий заход, то они как минимум будут сидеть. Все же прекрасно понимают, кто довел страну и вообще
ситуацию до тяжелого положения. То есть те политики, которые руководили последние 5 лет, вот они же ее и довели. Сотни тысяч погибших, в районе миллиона коллег и потеряно 30% территории. То есть военные же не простые, как углы дома. Стенки поставят и расстреляют. С судом и следствием только сначала ведут смертную казнь, а потом уже решат этот вопрос по тем фигурантам сдачи Украины в свое время. Доберутся. Контрразведка прекрасно всех их знает, поименно, и там сильно доказывать не надо будет. Потому пытаются сейчас снести, сносить всех рейтинговых военных. Почему у нас некоторые безумные политики бросаются на военных, причем бросаются как бешеные собаки? Как раз с этой задачей, то есть опустить рейтинг, чтобы, не дай бог, военные в следующем заходе во власть не зашли во власть и не выровняли ситуацию, не привели страну к победе, а это значит смерть этим политикам, которые сейчас руководят страной. Вот и все, это простой процесс. А дальше идет либо подготовка к некоторым действиям, допустим, того же Буданова, это медийная, серьезная медийная фигура, либо, допустим, прощупывание, промацывание ситуации, как народ отреагирует. А вот давайте мы попробуем снять Буданова, что вы на это скажете? Ну, попробуйте. А там дальше уже будет понятно. Их рейтинги ж никуда не денутся, а ваши точно не вырастут. А тем более впереди не совсем хорошая для политиков ситуация светит, по крайней мере. Потому возможность есть, пока такая система власти, как у нас сейчас существует, возможность, естественно, есть. Но еще раз повторюсь, если Буданова поставить министром обороны, это хорошая замена. На место его, допустим, его зама, который сейчас руководит службой внешней разведки, ну, тоже неплохо. Хотя не надо было тогда СВР дергать, там же тоже люди выполняют боевые задачи. Любая разведструктура, почему она иногда закостеневает в этом смысле? Да потому что она тогда эффективная. То есть, когда она работает с кадрами, которые работают в разведке, годами, десятилетиями, она же максимальная эффективность. Почему, допустим, разведсообщество наших партнеров будет против отношений с новым каким-то руководителем или, не дай бог, еще руководителем, зашедшим со стороны. Представьте, поставьте Умирова сейчас начальником ГУРа, представляете, что там будет в самом ГУРе и вообще в отношениях. Ну, то есть есть эти вопросы, особенно к разведкам. Потому все разведки мира сейчас будут негативно к этому относиться однозначно. Роман Григорович, ви самі говорите про те, що Кирило Буданов – серйозна медійна фігура. Чи має бути, ну, саме він такий медійно активний, на вашу думку? І скажіть, будь ласка, якщо говорити про безпосереднє виконання його обов'язків, тобто є якісь реальні підстави для його звільнення? Як працює ГУР? Ми ж бачимо так активність, зокрема, на території Російської Федерації. Ну, отлично. Ну, Главное управління розвідки, служби безпеки, служба внешньої розвідки, сили спецоперації, розвідка по пограничним. Зараз виконують задачі на максималі. На максималі іменно проф можливості. Тобто, і зараз у нас ГУР стала, ну, в один ряд з серйозними розвідками світу. Тобто, з нею вважаються і ЦРУ, і МОСАД, і МІ-6. Это серьезная разведка, причем выполняет боевые задачи везде, по всей территории нашего шарика. Ну, с Маском на Марс еще, наверное, не летали, хотя не уверен, могли уже и слетать. Когда Маск прилетит на Марс, там его Буданов будет встречать, вот примерно так. То есть к профессиональной профпригодности, ну уж точно вопросов нет, а если бы все наши вооруженные силы были такие же профессионалы, как Главное управление разведки, силы спецоперации, это было бы, конечно, верх желаний украинского общества. Потому как раз к профпригодности, ну уж точно к нему никаких вопросов быть не может. Еще раз повторюсь, это, скорее всего, как раз вот эта вот зависть, ревность, какая, как угодно это сказать. Проблема в артистизме наших политических действий. Вот как только если бы военные стояли у руля, не было бы этих вопросов. Здесь кто на что учился, называется. А у Буданова дело в том, что медийность как таковая, она вынужденная. Почему она вынужденная? Да потому что у Главного управления разведки есть еще одна из основных задач. Это ИПСО, информационно-психологические спецоперации, которые, в принципе, должно заниматься ЦИПСО, так называемый, Центр информационно-психологических спецопераций, который у ГУРа забрали вместе с силами спецопераций.
ССО и ЦИПСУ у нас сейчас в составе, ну, то есть под управлением Генштаба, а это должно быть именно в ГУРе. И вот приходится генералу Буданову, это вынужденная мера, заниматься ИПСО уже самому лично, ну, то есть практически перекрывая недостаток этого центра информационно-психологических операций. Больше, ну, не большая часть, больше скажу, наверное, чуть ли не все, не вся информация, которая Будановым озвучивается в информационном потоке, это ИПСО. Вы же вспомните работу по Крыму, помните, когда мы разворачивали действия по востоку, по югу, тогда информация шла по заходу украинских войск в Крым. То есть специальная такая информация была запущена, это ЦИПСО, то есть это ИПСО было такое серьезное. Мы его, конечно, все поддерживали о заходе в Крым, а ударили в другом месте и выполнили боевую задачу. То есть вот так проводятся некоторые ИПСОшные операции, когда их поддерживают особенно большое количество обозревателей и людей, которые в этом разбираются. То есть и вынужденная мера ему быть в медийном пространстве, но опять для того, чтобы вернуть все в правильное русло, это надо еще одну ошибку исправлять, еще одну такую инструментальную ошибку исправлять. Системную. Надо возвращать обратно силы спецоперации, спецо под управление в ГУР, и вот тогда это будет единый такой серьезный механизм, они будут заниматься серьезной работой. Будут подключать в режим ИПСО, то есть будут подключать первых лиц в том числе. Но не сейчас подключают, но тем не менее. Потому долго еще работать, но уже начало положено. Мы же видим то есть назначение летчика на воздушные силы, исполняющим обязанности командувача. Говоримо про Віктора Орбана. Він знову з'явився з мирними ініціативами в інформаційному плані. Повідомляється, що він провів переговори з лідерами Китаю та Бразилії в кулуарах ООН, щоб ініціювати мирний саміт між Володимиром Зеленським та Путіним. Зараз обговорюється місце проведення мирного саміту. Окрім Угорщини, Китаю та Бразилії, також візьмуть участь Франція та Швейцарія, повідомляють ЗМІ. Відомо, що Швейцарія підтримала реалізацію китайсько-бразильського мирного плану. На це відреагували у нашому Міністерстві закордонних справ негативно. Так. І відомо, що наш міністр закордонних справ Себіа зустрівся із своїм колегою Сіярто, і ці перемовини тривали близько години. Щоправда, ключові теми для обговорення – це розвиток добросусідських відносин, захист прав нацменшин, просування до вступу України в ЄС та НАТО та формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії. Романе Григоровичу, знову таке, що задумав і що далі намагається просувати Віктор Орбан, як ви вважаєте? Ну, тобто, і шанси того, що він собі запланував, тобто реалізація разом із цими країнами, які я вже озвучила, Як може тут розвиватися події? Да это не Орбан. Орбан не такая фигура, чтобы она вообще могла что-то организовать. Ну, все же его знают прекрасно, что это такое. Это сидящий из прошлого тысячелетия на российских деньгах газовых и нефтяных. Такой шаромыжник в прошлом тысячелетии, который был, который сейчас дорос до определенных позиций. Опять же, на этих деньгах. В основном связанных это финансирование с его фирмы МОЛ. Вот после того, как канцелярские крысы наши разрешили прокачивать уже МОЛу, этому орбановскому, прокачивать нефть через Украину, российскую нефть с Мозырского НПЗ белорусского. После этого, естественно, у них, скорее всего, слишком дружественные отношения образовались. Потому это не Орбан это все придумал. Это наши канцелярские крысы пытаются как-то с помощью Орбана, потому что прикрытие хорошее. Поехали вроде как решать какие-то вопросы о нацменьшинствах. Вообще непонятно, какие у нас могут быть нацменьшинства в Украине. У нас все равны. В Украине у нас все украинцы, если есть один украинский паспорт. Это есть другой какой-то чей-то паспорт, ну так у нас это уже было на Донбассе и в Крыму. Вон они с российскими паспортами так уже отхватили 30% территории. Что мы сейчас будем то же самое предлагать венграм, что ли, чтобы они еще и Закарпатье забрали, потом еще туда бежать, на ту сторону, там воевать. То есть это прикрытие, скорее всего, попыткам дальнейшей сдачи украинских интересов. Эти канцелярские крысы никуда не делись. Они с 22 года
пытаются просунуть этот механизм Стамбула, стамбульских договоров, это сдача Крыма и Донбасса, только под каким-то другим соусом, чтобы ж потом их не приняли. Потому этот вопрос, если он будет еще раз запущен, то есть любой контакт с противником, кроме огневого, это 111-я статья, это госизмена. Контрразведка обязана их, вот всех участников, всех этих канцелярских крыс, еще с 22-го года всех этих участников тогда, которые сдавали в Стамбуле, и из будущих, вот где они сейчас пытаются, они же пытаются где-то найти место, где усесться с россиянами, на договориться, называется, так, чтобы контрразведка их не приняла по 111-й статье. Вот и все. Вот они пытаются, сейчас ерзают по всему миру, включают всяких Орбанов, Си Цзиньпинев, иногда подключают еще кого-то для того, чтобы вот уйти из-под удара службы безопасности, контрразведки службы безопасности. Они сразу примут, 3 секунды. Только замаячит какая-то сдача украинских интересов, это уже сидельцы на пожизненно по 111. Так это хорошо, если их СБУ прикроет и начнет допрашивать. А если этого не сделает служба безопасности, их народ снесет. Особенно тот, который придет с линии боевого соприкосновения. Будут искать их по всему миру. То есть попытка сейчас видна, вот проталкивание этих интересов. Теперь уже с помощью Сибиги. Откуда Сибига взял? Ну, та же самая канцелярская крыса, в конце концов. А кто это? Это ж выходец из канцелярии, потом посидел, потоптался замом у Кулебы и потом стал типа министром. Ну вот мы сейчас видим, для чего его ставили. Вот для таких вот контактов, для того, чтобы подготовить, по большому счету, сдачу украинских интересов. Стамбул-2, где-то в другом месте, или там Минск-3, Минск-4, как угодно это называть. Они ж больше, они ж толково больше ничего придумать не. Романе Григоровичу, традиційно три блиц-запитання для вас підготували. Скажіть, будь ласка, економічне бронювання розколить українське суспільство? Ну, это вообще основная задача была самого закона мобилизации. Умеру почему толкнул эту тему? А для того, чтобы можно было собрать деньги из-под экономического бронирования, так называемого. Почему? Потому что в строй надо было поставить 100 тысяч мотивированных и профпригодных бойцов, 100 тысяч всего. Это 50 тысяч ТЦКшников и 50 тысяч, допустим, тех же Нацгвардии плюс ну, это внутренние войска, так называемые. Но это ж неинтересно. Интересно было несколько миллионов человек обилетить. Что значит обилетить? Повесить определенные обязательства либо на самих людей сейчас будут вешать с помощью механизма штрафов там от 20 тысяч и дальше, либо снять деньги с руководителей предприятий. Экономическое бронирование. Вот уже с миллиона, они же уже хвастаются, там под миллион человек уже экономически забронировали. То есть сняли деньги с руководителей предприятий. Если считать где-то от $1000 до $10000 с каждого забронировано, так они уже где-то видят в районе от 1 до 10 миллиардов долларов. Вот что значит экономическое бронирование. Это канцелярские крысы хотят снять с народа Украины дополнительную мзду. Главное, чтобы не лопнули, это слишком большие. То есть понимание процесса, все это прекрасно понимают, все руководители предприятий, которые уже занесли за экономическое бронирование, так называемое, или вообще за бронь деньги, они в конце концов потом будут, ну это надо прийти к власти, естественно, снять уголовную ответственность, задачи взятки. И потом мы это все вернем. Вернем, естественно, и руководителям предприятий, а тех канцелярских крыс, которые вот это забронироваться, то есть, которые запустили эту тему, ну, им тоже по 111, наверное, засветит пожизненно. Куда бы они ни спрятались, где бы они, куда бы они ни убежали, они нанесли серьезный урон Украине. Потому само по себе экономическое бронирование – это просто набить карманы канцелярским крысам. Вот основная задача. Это ж не задача создать профессиональную армию. Это наоборот, задача разрушить профессиональную армию, которую еще где-то осталось какие-то кластеры профессионалов в армии остались. Чи зростають загрози для країн Балтії та Польщі з боку Російської Федерації? Однозначно, пока Российская империя в том виде, в котором существует, она еще и развивается,
она однозначно, если ее не остановить и не развалить, она дойдет в том числе и до стран Балтии, и до Польши, и до Казахстана, и до Молдовы, и, то есть они будут вспухать примерно как российский клозет, который на улице, в который бросили дрожжи. Вот примерно та же самая картина. Остановить разрастание Российской империи можно только ее развалив, развалить ее можно только экономически. Экономически и изнутри в том числе. А вот как раз никаких механизмов, которые бы были включены серьезные на развал России с помощью экономического давления, не включено. Те сказки про какие-то санкции, которые накладываются Россия, это просто сказки. Сказки для внутреннего потребления каждой страны, которая там сказку эту рассказывает для своих. Что они каким-то механизмом давят на Россию. Ничего подобного. Россияне получают свои там десятки долларов за баррель нефти, и эти нефтедоллары дают возможность им удерживаться на плаву и скреплять Российскую империю. Потому проблема не только у стран Балтии, в Польше, а практически по всему периметру России, начиная от Норвегии, Финляндии и заканчивая Монголией. Аби відкрити новий фронт, Путіну знадобиться рівно стільки солдатів, скільки він тримає на Донбасі? Ну, новий фронт, смотря где. То есть розвернути повністю, допустим, такой же фронт. Да, однозначно, армія нужна примерно така ж, но йому таку армію підготовлювати треба 3-4 роки, не менше. То есть у него сейчас всего лишь вот эта одна армия, где-то около полумиллиона россиян, которая практически вся полностью скована боями. И пока он будет воевать на нашей территории, никуда он нигде никакой фронт открывать не будет, просто нечем. А вот развернуть на этой базе, если остановить боевые действия, он часть войск может отвести, докомплектовать, вот тогда он может открыть и другой фронт. И тогда это будет проблема для всех остальных стран. Другой фронт может быть открыт где угодно. То есть, еще раз повторюсь, от Норвегии до Монголии. Роман Григорович, щиро дякую за те, що ви розпочинаєте новий інформаційний тиждень з нашою командою. Дякую за всі ваші надзвичайно цікаві відповіді, за всі ваші поради і за те, що ви, в принципі, приділяєте свій час нашим глядачам. Це надзвичайно для нас важливо і за це вам безмежна подяка. Давайте подякуємо нашим глядачам, а наші глядачі, Роман Григорович, найкращі. Вони в нас активні, пишуть нам коментарі, ми їх читаємо із задоволенням. Друзі, це також для нас важливо, тому залишайтеся, будь ласка, активними і підписуйтесь на нашу платформу. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Буду вас чекати, Роман Григорович. До свидання.